дым, разруха, от некоторых домов вообще практически ничего не осталось. В течение дня 4 марта и ночи на 5 марта российская авиация систематически бомбила Чернигов, преимущественно жилые кварталы. По меньшей мере погибло 37 человек. По данным местных властей, за последние сутки в области зафиксировано 30 пожаров, из них 29 возникли из-за обстрелов. По данным Чернигов облэнерго, из-за боевых действий без электрики остаются около 200 населенных пунктов. Вот что о пережитом за последние сутки рассказывают местные. Сердце разрывается, дети не успели выехать. Внучки, внуки. Сейчас иду пешком через весь город. Попробуем что-то думать, куда съезжать. Да, я уношу то, что осталось, живое, целое. Выношу все оставшиеся вещи. А так вообще ничего нету. Куда? В бомбоубежище? Вчера здесь трупы одни лежали. Вот здесь люди стояли в аптеке. Вот здесь стояли в аптеке. Вот здесь вот лежали везде трупы. Ну вот что делают, мрази? Много людей погибло, много молодых ребят погибло. Вчора десь приблизно о 12.20, 12.30 в нашу школу потрапила ракета з літака. Частину школи зруйнувала, були жертви, були поранені, тяжко поранені, з-під завалів забирали. Ми отримали наказ роз'їхатися по осередках тероборони в своїх районах. І майже хвилин за 5-7, як виїздити, по нас вдарили ракетами. Ночью военные российские обстреляли предместье Чернигова. Там были уничтожены сразу несколько жилых домов. Журналисты телеканала «Новый Чернигов» смогли снять последствия обстрела и поговорить с местными жителями. Да с моей хатой, всей державой, фашист, что он сделал? Он недоумок отей. Его не может весь свет зупинить. Недоумка у того, один у Білорусі сидить, а другий у Росії. Його зупинити не може весь світ. Ми в НАТО, в Європу хотіли, так це за це і плотимося. І НАТО за нас заступитися не може. Що ми це так і здіваються. Цвіт нації нашу весь уложили. Я стара, я пожила. А молодежі як? Всіх цвіт нації уложили. За що? І куди дивиться Європа? У меня полностью сгорел дом, вспыхнул как спичка. У меня все сгорело. У меня сгорели 4 собаки. Мы ели из погреба, выбрались с мамой и с ребенком. У нас полностью все сгорело. Мы остались без ничего. Падлы русские, что вы делаете?